Хорошее настроение, добрались, отдохнули. Слава богу, все хорошо, поэтому с нетерпением ждем завтрашний матч. Дорога прошла, так сказать, успешно. Ничего не беспокоит нас. Готовы к игре. По поводу Гибралтара могу сказать, что очень красивая страна. Сердечки, так сказать, вот, поэтому все хорошо. Качество газона хорошее, учитывая, что искусственный газон, в целом мы довольны его покрытием. Понятно, что учитывать погодные условия, мы вот сейчас видим сильный ветерок с моря дует, поэтому этот фактор тоже немаловажен. Футбольное поле искусственное, вот, второй момент, жарко. Ну и по команде скажу, что возрастная команда, но в первом матче мы увидели, что хорошо двигаются, есть техничные игроки, организованные в обороне, но мы их разобрали, поэтому, я думаю, не будет сюрпризов, вот, все увидим на футбольном поле. Сохранить счет тут даже такого понятия быть не может, мы хотим не учитывать результат первого матча, понятно, что где-то подсознание оно будет, но самое главное выйти и сработать активно. Может быть, сопернику дать даже возможность раскрыться, потому что они, наверное, пойдут чуть большими силами вперед, чем это было в первом матче, я имею в виду, по ходу всего матча первого, да. Если в первом матче они активно сыграли, то во втором уже на нашей стороне активность была, поэтому мы уже об этом с ребятами поговорили, и наша задача построить игру таким образом, чтобы не допускать такие отрезки, как были в предыдущих матчах. Это самое главное. Соперник, я думаю, играя дома, будет более раскрывать свои тылы, ну а наша задача использовать эти свободные зоны и также свой атакующий потенциал для того, чтобы не думать о результате первого матча, да, а все-таки найти свои контраргументы, свои голевые ситуации для того, чтобы реализовать их и в завтрашнем матче также уже доказать свое превосходство. Тренер нас всегда гонит идти в атаку. Результат тоже имеет большое значение. Мы не будем отталкиваться от игры команды, мы будем преследовать свои интересы. Вот. И я думаю, мы покажем хороший футбол. Главное пройти в следующий этап. Это одна из самых важных наших игр за последнее время для клуба, для Беларуси, так как давно не участвовали в Еврокубках. Поэтому заряжены только на победу, поэтому плохих мыслей нету, будем работать и побеждать.